Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания. И начинаем сегодня вязать перчатки. Начинаем с составления схемы и расчета. Для этого нам нужна будет лист бумаги, петельная проба обязательно, калькулятор, метровая лента и линейка. Я беру руку и обвожу ее на лист бумаги. Мне нужно будет горизонтали. Для того, чтобы не промерять руку каждый раз, я ее просто нарисовала. Старайтесь положить руку так, чтобы она шла ровно по длине бумаги, для того, чтобы по листу, чтобы мы могли провести вот эти горизонтальные линии. Так, что мне нужно? Отмечаю основные горизонтали, которые будут у меня принимать участие в расчете. Запястье, где начинается большой палец. Точка начала большого пальца. Точка начала мизинца. Видите, у меня... У многих такая особенность, пальцы начинаются на разной высоте. Если мы все пальцы будем делать по мизинцу, значит, здесь мне будет не хватать пальца. Если я буду делать пальцы по остальным меркам, то значит, у меня мизинец будет висеть в воздухе. В общем, каждый палец должен находиться на своем месте. Это индивидуальная перчатка, поэтому если у вас каждый палец начинается со своего места, значит, делаем все горизонтали каждой точки. У меня, видите, точки вот мизинец одна, остальные точки совпадают. Две по линии. Длину пальца сейчас промерим. Мне нужен объем руки. Объем руки буду делать не по обведенному контуру, а по факту. В самом широком месте ладони замеряю. 19 сантиметров. Ну, да. Я не буду делать очень тугую перчатку. 19, она свободная. Значит, пишем 19. И дальше промеряем все длины. Могу сразу пока метровая лента промерить каждый палец, потому что большой палец у нас будет размер исходить из общего количества петель, там берется 1/3, а вот каждый палец верхней части будет измеряться индивидуально. Есть формула добавить 2 петли, добавить 3 петли, но... Это не является оптимальным, потому что у нас разная пряжа, и две петли на одной пряже совсем не то же самое, что две петли на другой пряже. Поэтому беру метровую ленту и просто измеряю свои пальцы. Указательный 6 сантиметров. Так, следующий. Тоже, наверное, 6. Ну да, пальцы по 6 сантиметров. Ну, мизинец. Это ширина пальца в сантиметрах. Это важно для того, чтобы пальцы сидели хорошо, не были перетянуты и не были слишком широкими. Длина каждого пальца определяется фактически. Беру линейку, прикладываю ее к руке и смотрю на большой палец. Мне нужно 6 сантиметров. Так, это ширина. Здесь длина. 6. Длина указательного. 7, среднего 7,5, ну, пусть будет 7,5, 7,5 и мизинца 5. Дальше будем берем петельную пробу и смотрим, сколько у нас всего петель и рядов. Итак, петельная проба. Я ее сделала по всем правилам. Для перчатки 40 петель на 40 рядов этого достаточно, потому что чем больше у нас расчетный образец, тем более точная петельная проба. С дорожками, потому что вот эти загибающиеся крайние петли, они могут быть критичны. Итак, 40 петель, это по серединке измеряем. 16,5 сантиметров. И 40 рядов посередине измеряем. Точно так же. 10 сантиметров. Итого 4 ряда и 40 делим на 16,5. 2,42.
петли на 10 плотности, сделали отметочку. И теперь делаем расчет. 19 сантиметров это ширина ладони, общая ширина по количеству петель. 19 умножаем на 2, 42, получается 46 петель. Потом будем все делить. 5 умножить на 2, 42, 12 петель. 6 умножить на 2, 42, 14,5, ну пусть будет 15 петель, 15 петель и 15 петель. По длине. Какой вы хотите длины вашу перчатку? Она может быть и до локтя, она может быть и короткая. Я не буду вязать очень длинную. Провяжем 5 сантиметров, 4 сантиметра до здесь вот. 4 и здесь вот 5 сантиметров от начала. Так, итого 9. 9 сантиметров от начала до перчатки, до большого пальца. 9 умножить на 4, 36 до точки. 36 рядов. После этого мы начнем вязать большой палец. 6 умножить на 4, 24. И по количеству рядов 5 умножить на 4, это 20. 7,5 умножить на 4, 30, 30 рядов, 7,4, 28 рядов. Собственно, вот он наш расчет. Все остальное можно выполнять прямо на машине, потому что делить части на пальцы мы будем, исходя из уже имеющихся петель, мы будем все это делить прямо на машинке. Палец мы точно так же будем наше все полотно делить прям по ходу работы, поэтому выбирайте узор. Так, еще не досчитала, простите, конечно, я же не посчитала еще количество рядов от основания большого пальца до начала мизинца. 4,5 сантиметра, 17,6, давайте 18 рядов, вот это. И от начало мизинца до следующих пальцев 1 сантиметр, 4 ряда, вот это расстояние. Все, теперь точно все просчитали. Берете любой узор, хотите делайте резинку, хотите делайте планку, вот как что можете, какая у вас задумка и что позволяет вам машина, такое основание делайте. Резиночка будет очень красиво. Можете сделать небольшую резинку и дальше вывязывать узор, как вы считаете нужным. Задача от начала до большого пальца провязать полотно. Останавливаемся в точке большого пальца. То есть берете 46 петель и провязываете полотно вот. Делаете планку либо резинку. И провязываете до начала большого пальца, вот до этой точки. У меня 36 рядов на 46 петлях. Набрали, провязали, и после этого мы с вами будем увязывать большой палец. Довязали до начала большого пальца, до этой точки. Я, видите, использую возможности машины, провязываю жаккардом снежинку. Убираю нить, отключаю вязание узоров и ставлю в переднее положение часть игл. Как считаем, какую часть игл мы будем ставить вперед. То есть отключили все узоры, сейчас будем увязывать палец сам по себе. То есть если вы узорами провязываете всю перчатку, пальцы можете провязывать просто одиночным, как бы просто цветом. Если вы провязываете узором всю перчатку, вот заткана у вас и перчатка, пальцы можете вязать без узора. Отключили вязание узоров перфокарту, отключили компьютер,
убрали дополнительные нити, и тем цветом, которым мы будем вывязывать палец, это может быть другой цвет, это может быть голубой цвет, это может быть вообще совершенно другой цвет, может, вы будете все пальцы разноцветными провязывать, я не знаю. Берете ту нить, которой вы будете провязывать палец. И у нас 46 петель. Делим 46 петель на 3 части. Все петли делим на 3 части. У меня получается по 15,3, 15 хвостиком. Я округляю до 16, то есть округляю до четного числа в большую сторону. 16, еще раз, до четного числа в большую сторону. Все. У меня есть 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. Это 1 треть. Ставлю все иглы, 2 трети в переднее положение сразу. И половину от этих 16 тоже, то есть 8 игл, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть, еще раз, все полотно поделили на 3 части, 2 трети сразу вперед, и половину от 1 трети тоже вперед. У меня на иглах 8 петель. Мне нужно добрать столько же, вот сколько я поставила вперед, столько же добираю. Почему говорю четное? Потому что вот этими петлями мы будем пользоваться, мы их наденем на вот эти иголки. Мне нужна будет одинаковая такая вот конструкция, которая сюда загнется. Поэтому сейчас набросовую нить добираю 8 петель. Кстати, можете взять отдельную нить и потом продолжить вязание вот этой же. Если вы остановились, провязывая с другой стороны, можете довязать ряд, плюс-минус ряд, в рукавичке ничего не изменит, но у вас не будет вот этого хвоста. С другой стороны, вы можете этот ряд провязать вот сейчас, после того, как мы доберем петли. Итак, делаю добор петель, набросываю нить. Для этого ставлю все вперед. Я помню, что у меня 8 игл. Любая бросовая нить, которая, в принципе, мы ее сейчас же и оторвем после провязывания большого пальца, поэтому надолго мы ее не будем тут использовать. 7, 8. Мне нам нужна буквально вот на, чтобы начать вязание. Все, больше и не нужна. Беру бросовую, катушечную. Катушечную обязательно, потому что иначе мне придется рвать бросовую, а это уже совсем не интересно. Провязываю один ряд катушкой. Можно этой же нитью, если она с данной стороны находится, тихонечко провязать ряд. Стараясь петли делать того же размера, который соответствует плотности на машинке. Итак, 16 игл в работе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Это палец. Это палец на стандартную руку. Если у вас особенности, какие-то особенности руки, очень широкий палец, там очень очень узкий палец, тонкий, можно меньше. Если палец очень широкий, можно больше. Смотрите по своей особенности руки. Это средние показатели, которые подходят практически всем. В любом случае, сначала попробуйте провязать этот палец, потом, если вас не устраивает, перевяжите. В любом случае, попробовать надо. В таком виде, еще раз, если палец не устраивает, перевязывайте его под свой размер. Это традиционный стандартный способ. Частичное вязание включаем. Помню, что у меня 3-4 ряда, у меня стоит метка на компьютере. И провязываю по расчету 24 ряда прямым полотном. Так, включено. Иглы в переднем положении, счетчик.
Делаем оттяжку. Ничего не обвивайте, палец сам по себе. Так, 24. Перевешиваю. Каждую вторую иглу, петлю на соседнюю иглу, делаю такую убавку. Убавок много, делать остренькие кончики не надо, будут очень безобразно смотреться. Одна убавка, ее достаточно на все пальцы, то есть все пальцы делаем по такому методу. Сильнее не стоит. Эти иглы назад, провязываем один ряд. Плотность потуже, не забывайте. Ставлю четверку буквально, потому что каждая протяжка мне даст увеличение петли. Отрезаю нить, которой мне хватит для того, чтобы подшить палец. И снимаю на эту же нить все петли. Палец готов. Продели все оттяжки. Все, что там ищет в большом количестве. Сразу плотность обратно на десятку, как было. У меня была десятая. 8 игл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Остальные убираем. Они больше не нужны. Вот наш палец. Что мы делаем? Вот так вот он у нас был связан, вот как связался. Таким образом мы его опускаем вперед, лицом к себе, и загибаем к вязанию. Видите, перед нами изнанка, которая будет продолжаться вместе с основным полотном. И 8 петель, которые мы с вами добирали, надеваем на иголки. Возвращаем их назад. Все, продолжаем вязание. Большой палец связан. Возвращаю назад каретку, потому что по узору она у меня находится с той стороны. Возвращаю назад. Нить. Так, сначала, конечно, рабочую. Убираю частичное вязание. Возвращаю назад нить отделочную. Так, главное, чтобы она не перекликалась с основной, не перепуталась. Натягиваю. Ставим 34 ряд. Все, возвращаем в исходное положение, продолжаем провязывание узора до начала мизинца. То есть мы провязываем 18 рядов, останавливаемся в точке начала мизинца. Вот с этой точки мы с вами начинаем провязывание пальцев. Провязали. Мы с вами находимся вот в этой точке, вот здесь. Нам нужно провязывать мизинец. Есть количество петель 46. 46 петель делим на 8 частей.
Ну, на 4 части, потому что у нас 4 пальца на 4 части. Но делить начинаем от центра. Вот он центр. Тут пишущая. И мы делим 46. Делим на 4. 46 делить на 4 получается 11,5. Само собой, очень редко получается, когда вот все делится прямо вот прямо. Но учитывая, что у нас все пальцы разной ширины, видите, мизинец тоненький, все остальные пальцы примерно одинаковые. Мизинец выбивается, поэтому всю вот эту вот не все, что не стыкуется, всю погрешность мы на мизинце отправим. Так, берем по 11,5. Ладно, давайте еще по-другому пойдем. 46 делим на 2 и делим на 4. Получается 5,7. Потому что делим еще на 2, получается 5,7 петель на каждый палец. Почему? Потому что, начиная от центра, мы сначала провязываем на центре мизинец. Вот на этих пальцах. На вот здесь. Все остальное убираем. Мне нужно знать, сколько петель мне оставить, чтобы убрать все остальные. Поэтому 5 и 7, беру 5, мизинец, 5 с одной стороны и 5 с другой, от центра, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Вот на этих пальцах я буду провязывать мизинец. Сколько у меня остается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 делим на 3, по 6 петель. Остальные по 6. Смотрите, все, что маленькое, все, что не хватает, на мизинец. Остальные должны быть более-менее одинаковые. На самом деле мы все равно будем петли добавлять, потому что их надо больше. У меня 10. А по плану, для того, чтобы нормально палец себя чувствовал, мне нужно 12. Поэтому должна добавить по одной петле с каждой стороны. Итак, у меня в центре 10, 5 и 5. То есть все петли делим на 8 частей, и 2 восьмых, то есть 1 четвертую, мы будем провязывать палец. Убираем все остальное, набрасываю каждый палец. То есть вот эту нить я оставлю, потому что я продолжу с нее вязание дальше. Оставляю ее, беру другой моток. Но предварительно снимаю левую и правую часть полностью на набрасываю нить. 10 игл у меня остаются на машинке. Эти петли я как только провяжу палец, верну обратно. Поэтому так. Частичное вязание включить. По очереди снимаю одну часть, потом другую. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Остальные убираем. Палец идет с одним швом. Убрали. 10 игл в работе. Мизинец. Мы сейчас находимся как бы с тыльной стороны. И мне нужно 12, мне нужно добрать по одной петле, поэтому беру сейчас рабочую нить, которую я буду провязывать. Добавляю. В принципе, добавить можно тем, что мы растягиваем палец. Но с другой стороны, если я растяну нижнее полотно, вот,
добавлю, сделаю внутреннюю прибавку. У меня на месте, где пальцы расходятся, вот здесь будет стяжка. Поэтому, чтобы ее избежать, делаю прибавку петли. Так, и провязать мне нужно будет 20 рядов. Ну, прибавка сделана с одной стороны. Раз. Прибавку тут же со второй стороны. Два. И проехали вязать 20 рядов. Точно так же снимаю каждую вторую петлю на соседнюю иглу. Один ряд на более тугой плотности. Отрезаю нить достаточную для того, чтобы сшить палец. Снимаю. Палец на рабочую нить. Мизинец готов. Так вот он будет выглядеть. Сейчас убираю гребенку. Мизинец. Здесь у нас, видите, вот большой палец. Мизинец готовенький. И сейчас, поскольку у меня есть 4 ряда разницы между мизинцем и остальными пальцами, мне нужно довязать эти 4 ряда. Это значит, что я беру иглы. И это полотно. За исключением мизинца. Вот так вот стягиваю. Как будто бы у меня этого мизинца и нету. Надеваю от нуля в одну сторону. И в другую. Видите, не стала делать катушку. Ну и так видно петли. И в другую сторону. Мизинец убираем внутрь, его как будто бы и нет. Остальные петли, все, которые мы снимали, на иглы обратно.
надели 4 ряда на всех иголках, за исключением мизинца. И дальше выполняем ту же самую операцию, что с мизинцем. Второй палец, третий палец и четвертый палец. Можем прямо сейчас, вот чтобы не заниматься каждый раз распусканием бросовых нитей, сейчас поделить пальцы на бросовые нити. То есть центральный мы и так оставляем на иголках, а то, что останется, пополам и на отдельные бросовые ниточки. Учитывая, что каждый раз нить у меня будет другая, я могу ее просто там отрезать. Ну, вязать я вот этот палец могу с этой же нити, там по длине отрежу. Все, оставлю. Крайний палец буду вязать от рабочей нити, все остальные у нас пойдут сами по себе. Итак, мне нужно 15 петель на палец. Учитывая, что да, желательно четное количество, и учитывая, что какая-то часть полотна у меня должна уходить на сшивание, делаем 16 петель. В реальности идей гораздо меньше. То есть каждый палец у меня должен быть 16 петель. Это идеал. В реальности 38. 38 делим на 6, потому что у меня 3 пальца осталось. По 6 и 3. Итак, 6 это 12, а мне надо 16. По 2 петли будем добавлять. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это второй палец. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, поделили. Центральные 12 оставляю на иглах. Вот эти делю на разные бросовые. Ну, чтобы потом не делить, потому что мне придется от одной вязать, потом от другой, чтобы не путаться. Итак. 3, 4. Сейчас. И теперь по одной снимаю на бросовую нить машинки. Надо руками провязывать. Не оттянулась. Хорошо. Одна. Четвертую, то есть сняли все пальцы, делаем добор до нужного количества петель, и таким образом мы вывязываем каждый палец. А мне нужно 16. Это значит, добавляю 13, 14, 15, 16. Делаю добор 2 петли с одной стороны, 2 петли с другой стороны. И таким образом мы с вами будем провязывать недостающее количество петель.
Их можно добирать набросовую. Их можно добрать обвив, но обвив не так хорош, потому что он дает петли. И нам эти петли нужно будет сшивать между собой, поэтому лучше добор делать на бросовую нить. Добрала обвив, видите, две петли с одной стороны, две петли с другой стороны. Две петли легко выдергиваются, может даже без катушки. Второй палец 30 рядов. Значит, провязываю 30 рядов на всех иглах, которые стоят у меня в работе. Пересаживаем каждую вторую петлю на иглу соседнюю. Регулируем плотность. Один ряд. Оставляем количество нити такое, чтобы хватило на сшивание пальцем. Петли. Так, два пальца готовы. Вот они. Еще два. Делаем все то же самое. Надеваем вторую партию, третью партию на иглы. Делаем вид, что этого среднего пальца у нас не существует на те же иголки, за исключением двух крайних, которые нам придется добавить, потому что количество игл здесь уже будет одинаково на каждом пальце. Вторая бросовая нить. И загибаем палец внутрь, 6.
делаем добор на двух соседних иглах, доводим количество петель до нужного, необходимого, провязываем свои 30 рядов, снимаем, и нам остается еще один палец, то есть довязывайте третий палец. Сейчас будем с вами четвертый. Четвертый мы палец будем делать наоборот, швом внутрь, потому что если делать наружу, он пойдет, но он пойдет к общему шву. То есть шов пойдет и через палец, и через руку. Мы шов уберем внутрь. Внутрь. Остается указательный палец. Вот он. Это что у нас получается. И надеваем его не как остальные, а наоборот. Не таким вот образом, а как мы надеваем-то? Развернув швом в сторону машинки. Не забудьте, что надеваем изнанкой к себе. Вот так вот развернули и надели одну часть, вторую часть. Таким образом у нас по боку вот здесь вот шва не будет. И заодно мы можем воспользоваться вот этими двумя петлями, которые у нас уже есть на соседнем пальце. Нам не надо будет делать добор. Здесь у меня получилось на одну петлю больше, значит одну добавим только. И вторую часть тоже надеваем на иголки. Сделали. Две петли у меня уже есть, они от предыдущего пальца есть. Их и надеваю. Одна на иглы, вторая. Даже придумать ничего не надо, нужно. И убрать эту бросовую, которая болтается и мешается. И то же самое делаю с другой стороны. Петля получается, все. 12, 8 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 петель. Хотела начать вязание с нити. Где она? Вот это. Вязать не получается. Так, берем рабочую нить и провязываем 28 рядов, потому что указательный палец у меня чуть короче, 28. Все по той же программе.
через одну петлю. Плотность меняем. Один раз. Отрезаем нить, чтобы хватило сшить палец. Снимаем. Снимаем на толстую нить, на иглу, либо на петлю-уловитель. Если на петлю-уловитель, можно начинать с конца противоположного рабочей нити. Продели нить и схватили ее. Провели через все петли. Все, перчатка у нас провязана. Убирайте все бросовые нити и идем сшивать готовые изделия. Соединяем детали. Соединять петлю-ловителем, иглой на машинке. Самый лучший способ соединения перчаток-рукавичек – это игла, потому что можно соединять в стык. Убираем иголку и сшиваем первый палец. У меня мизинец, его и соединим с верхней части. Затянули как следует. Задача дойти до краешка, не перекосив полотно. Можно подпарить немножко изделие, можно, если вы видите петельный столбик, и так. За полный петельный столбик, потому что можно растянуть протяжку, если вы будете за протяжку. Так, перешли на другую сторону, чтобы выровнять соединение, потому что нить закончилась, там переехали на другую. И за петельный столбик стежок с одной стороны, стежок с другой стороны. Стежок с одной стороны, напротив стежок с другой стороны. Количество петель и рядов у нас каждого пальца двух сторон одинаковое, поэтому не ошибетесь. Несколько стежков сделали, затянули, у вас полотно собралось. И таким образом зашиваете всю перчатку. Вторую делаете точно так же, по той же самой схеме. Единственное отличие – право-лево. Они вяжутся в зеркальном отражении, поэтому если вы вывязывали по тыльной стороне узор справа, то теперь вы будете узор вывязывать слева. Соответственно, палец и палец меняет свое местоположение. Вот сшивание подтянули, и у вас ровная достаточно линия шва. Поглядывайте на край, чтобы не выйти за пределы. Зашиваете вот это отверстие, оно здесь совершенно ни к чему. То есть, когда вы дойдете до краешка, и прихватите отверстие вместе с пальцем. Так вот можете их соединить между собой. Получается достаточно аккуратно. Швы уходят в бок. С внутренней стороны пальца их и не видно. По одной стороне сошьете пальцы, сошьете боковую часть, и, собственно, перчатка у нас готова.